Ну что, дорогие друзья, всем привет! Вы готовы? Прямо сейчас я запускаю новый проект. Сейчас будет просто грандиознейшая история, друзья. Все этого ждали, все меня просили: Холдик, ну давай уже новый проект. Тем более вышла обнова, тем более убрали сундуки, тем более мы уже с донатом твою игру видели. Покажи нам теперь кое-что интересное. И я, друзья, для вас подготовил новый проект. И если вы к нему готовы, пожалуйста, подпишитесь и поставьте прямо сейчас лайк. Потому что, ребята, я запускаю новый проект, на котором буду проходить игру полностью с нуля. И, внимание, я не буду донатить сюда миллионы гемов, как я это делал на своих всех прошлых проектах, на моих старых аккаунтах. Я вам покажу, как проходить игру и без этого. Причем сейчас в игре убрали ящики. Теперь нельзя выпить бравлера, теперь нельзя бравлеров прокачивать с помощью ящиков. И как теперь проходить игру, мне аж самому интересно. Сейчас я пройду обучение, я тебе покажу, что за проект, что я придумал. Так что усаживайся поудобнее, всем приятного просмотра. Ну что ж, друзья, полетели. Мой проект, который я прошел совсем недавно и вкачал его полностью по фулу, 63 бравлера и 63, то переходи по ссылке в описании, там я разыгрываю не только аккаунт, а еще и гемасы. По ссылке в описании ты попадаешь в мой телеграм, тебе надо просто подписаться на мой канал, на мой телеграм-канал и нажать кнопочку «Хочу НГ подарки». 50 призовых мест, первое место мой фуловый аккаунт, а 49 мест получит по 200 гемасов. В общей сложности я разыгрываю 10 тысяч гемов и аккаунт, на который задонил больше 40 тысяч гемасов. Просто, чтобы поучаствовать, нужно нажать одну кнопку и подписаться на мои соцсети. Что может быть проще? Это новогодний конкурс специально для тебя. Обязательно участвуй. Ссылочка в описании. Итоги 31 декабря. Ну что, друзья? Самый легендарный момент — это начало аккаунта, и сейчас я буду вводить никнейм. Надеюсь, этот никнейм не занят. Мы его, кстати, выбирали вместе с вами на стриме. Я говорил, как назвать аккаунт, где буду проходить все с нуля, и чтобы он, ну, не повторялся там с предыдущими какими-то проектами моих или моих там знакомых и так далее. Чтобы был ник только у меня такой. И, ребятки, так как я буду проходить игру без доната, с нуля и без ящиков, я хотел назвать «Дорога Стар», как-то проходим полностью Стар, путь без сундуков, но мы решили совместить это все. И так как я буду без доната практически, значит, буду бомж, значит, буду бомжом. И так как я буду проходить всю дорогу Стар, соответственно, бомж Стар. Вот так вот будет называться мой проект. Я хочу сделать скрин. Нажимаем ОК. Так, добро пожаловать, укажите свой возраст. Так... Да, у меня 27, я укажу правдивый свой возраст. Нажимаем подтвердить. Нажимаем, я давно, кстати, не проходил вот это все. О, у меня тут обучение. Так, ну давайте я все обучение пройду. Кстати, блин, может, вам интересно, как пройти обучение? Да сомневаюсь. Короче, давайте сразу перейдем в главное меню. Сейчас мне, я так понял, зарегать надо будет почту. И... Кстати, я такого обучения не проходил раньше. Очень интересно. А, это я с ботами сейчас играю? А если я не пройду обучение, что будет? Что будет, если я не пройду обучение? Меня омега-ящик дадут и скажут: сорян, дружище, ты нуб, поэтому без ящиков ты никуда не пройдешь. Ладно, поехали. Ну что, первая моя победа. Итак, попадаем в главное меню, друзья. Ноль кубков, просто посмотрите. Сейчас на ваших глазах будет твориться история. Бомж Стар. Полностью хочу пройти игру, выбить легендарки, апнуть кубки, прокачать аккаунт, короче, все сделать, но реально не донатить на какие-то акции, гемы и так далее. Я сейчас расскажу, что вообще будет. Ну что ж, нам надо сыграть первую... Ага, нам надо сначала выбрать опаленный камень. Блин, первый раз, кстати, аккаунт нельзя создать, чтобы было 0 кубков. Ну что ж, поехали, первая каточка у нас. Я вообще хочу посмотреть, как выглядит этот путь Стар, потому что я, друзья... На своем фуловом аккаунте вообще магазин новый не видел ни разу. Я даже не знаю, как вы вообще сейчас живете без этого всего. Меня чуть не убили, прикиньте. Короче, если вы хотите прямую трансляцию на этом новом аккаунте, ребята, набираем прямо сейчас, под этим видосом. И что? И что, я прошел обучение? Плюс один кубок. На моем аккаунте один кубок, прикиньте. Ой, ору. Один кубок, один гем. Все, все, обучение прошел, один кубок получил. И я теперь попал полностью сейчас в магазин. Опача, посмотри, кто тут у нас. Мини-пека, здорово, как дела? Нормально.
Так, секундочку. Так, Данечка, осторожно, чтобы камера моя не упала. Давайте я поправлю. Итак, друзья, давайте расскажу, что вообще за проект, в чем его суть и что я буду делать. Во-первых, я прошлый свой проект проходил полностью с донатом. Я апал один кубок и донатил один гем. Всего я задонатил, то есть апнул 50 тысяч кубков и должен был потратить 50 тысяч гемов. 40 тысяч я уже задонил, 10 тысяч разыгрываю среди вас. Всех, кто хочет забрать гемы, те, которые я не задонил себе на аккаунт, забирайте. Просите у меня донат просто по ссылке в описании. Но этот аккаунт, ребята, он отличается, понимаете? Здесь я вообще не буду донатить, за исключением, одним маленьким исключением, я всего лишь буду навсего активировать каждый сезон Brawl Pass. Не более того, просто активация Brawl Pass'а раз там в 2 месяца. И все. И больше я ничего делать здесь не буду. Поэтому этот проект на самом деле будет приближен к вам. То есть как пройти полностью, посмотрите игру без ящиков и практически без доната. Я хочу вам это все показывать, рассказывать. И если вам интересно, то пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк, посмотри, сколько у меня здесь подарков. Просто жесть. Просто жесть, сходу, только создал аккаунт, и сразу я могу получить вот эти все подарки себе на аккаунт. Так, обязательно давайте введем код Aurum, чтобы у нас было, да, на удачу. Так, хорошо, давайте посмотрим магазин. Вот, ребята, я впервые вижу вообще этот магазин, просто разблокируйте бойцов на пути старт. То есть, получается, вот этот путь... Это магазин, и мне надо вот... Ну, это не магазин, точнее, это дорога. Дорога бравлеров, и я должен буду их всех получить. И я не буду, ребята, буститься, ускоряться с помощью там гемов и так далее. Только активировать буду Бравл Пасс. Больше ничего. То есть, получается, хроматических бравлеров я буду получать с помощью Бравл Пасса, да? Но это же не бомж хроматический магазин, а бомж стар. А вот стар я буду получать только своим трудом и апать кубки. Офигеть, Нита, 29 гемов, которая раньше была за 5 кубков. Сейчас я должен потратить на нее 29 гемов, либо же куча кредитов собрать. Ну что ж, давайте приступим. Во-первых, я уже могу собирать награды, да? Я не знаю, подарки собирать или пока не собирать. Наверное, пока не буду собирать никакие награды. В общем... то давайте я первые кредиты получить могу уже с Brawl Pass'а. Только создал. Давайте вот посмотрим, что вообще произойдет. Мой первый персонаж, я так понимаю, сейчас будет. Смотрите. Да, раз-раз и первый... А, не, до бравлера мне не хватает немножко. До бравлера мне немножко не хватает. 14 гемасов. А если я пойду и выиграю катку, да? То есть, получается, я получу 25 очков силы. Ну, поехали в бой, друзья! Ну что ж, я предлагаю прямо сегодня запустить трансляцию, если вы наберете 15 тысяч лайков, и мы начнем проходить игру с нуля... Без сундуков. То есть я путь проект 1 кубок 1 гем создавал, когда были ящики. И честно, честно, даже с гемами... Секунду. Даже с гемами, друзья, я эту игру проходил достаточно... прокачивал достаточно геморно свой аккаунт. Потому что... Точнее, нет, я не геморно, но я донатил. Я донатил, донатил как не в себя. Я задонил на аккаунт куча очков силы. Я купил куча ящиков по скидкам. Потому что это вообще... Ну, такого раньше не было, чтобы по 15 мегабоксов за 200 гемов я открывал. Это чисто... Вот разрабы делали такие скидки. И честно, это упрощало прокачку аккаунта. Ну, это все с донатом. А что теперь? Еще и без доната. Если вам реально интересно, если вы дождались этот проект, ребята, Бомж Стар, мы запускаемся. Легендарный момент. Не знаю, как далеко зайдем. Уверен, что минимум я хочу получить первую легу как-то без доната. Я думаю, что за сезон нового Brawl Pass'а мы это сделаем. Я должен буду успеть сейчас получить... Бастера до конца этого Brawl Pass'а обязательно, потому что это хроматик. Вот, потому что 2 числа выйдет новый Brawl Pass, там будет Мэри, я ее тоже заберу. Ну, естественно, я буду только активировать, но степы покупать не буду. Все, я буду проходить за квесты, вместе, как и вы это делаете. Итак, первую катку мы выиграли, мы получаем кубки, мы получаем очки силы. Ну и, короче, как бы вот так вот, да. Кстати, 10 гемов у меня уже есть, то есть я могу задонатить... А, не, не могу. Я, кстати, 80 гемов получу откатом, если куплю этот Brawl Pass. Да, я получу 80 гемов обратно в подарок. Но это уже будет в следующей серии. Я соберу все подарки в следующей серии. Мы, короче, я проапаю кубки, во-первых. Давайте я на Шелли апну сегодня 500 кубков. Возможно, даже первой силой. И потом соберу все-все подарки, все награды. И я думаю, что мы разблокируем новых бравлеров. Посмотрим, сколько. Запомните, сегодня 27 декабря. Мы стартуем новый проект. И я, ребята,
Вот посмотрим спустя там неделю-две, какой будет прогресс у меня, сколько я получу бравлеров и так далее. Следите, я буду развивать его, этот проект, вместе с вами. И я буду сюда как бы вкладывать силы, время, не знаю. Может, в конце психану, когда уже пройду его, задоначу сюда кучу геймов и тоже подарю вам. Когда... Но я буду прокачивать, а стараться без доната. Короче, друзья, мы стартуем, Бомж Стар, мы начали, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и лайк, и ждите меня вечером на стриме, если, конечно же, вы наберете 15 косарей лайков. Если ролик понравился, проект тоже вдохновил тебя, то, дружище, напиши в комментариях, спустись, не поленись, Рхолдик, ура! Ну или какие-то там свои пожелания, обязательно оставляй коммент, ну и участвуй в конкурсе на прошлый аккаунт, потому что он мне не нужен, я его могу отдать тебе. А этот мы стартуем сегодня и в долгий путь отправляемся. Фух, я надеюсь, за год мы его проапаем нормально. Короче, это долгий проект, не знаю, хватит на сколько сил, но я хочу попробовать без сундуков. Brawl Stars без сундуков, посмотрим, на что он способен. Спасибо за просмотр, всем удачи, скоро увидимся и до новых встреч. Пока. Я, кстати, да, наушнички починил, осталось теперь камеру, потому что меня эта камера бесит, засвечивает, пересвечивает и так далее. Но я уже заказал шнур, сказали, через 3 дня придет. На наушники купил шнур, теперь с топовыми наушничками, осталось топовую камеру сделать. Но это уже совсем скоро. Все, ребят, всем пока, скоро увидимся. Я так рад, честно, мне так хочется уже играть здесь, поэтому жду вас на стриме и лайки от вас.